привезли сетки. Мне специально заказывал. И вот все-таки мне сделали то, что я хотел. Карманы. Шикарный размер. 10. О, даже уже что-то там он висит. Вот. 10 на 4, но возможность, наверное, есть и больше ее сделать. Почему? Потому что карманы по 40, если делать это, получается у нас 10 метров, 10 карманов. Ну, в принципе, можно сделать и по 50, это будет 5 метров. Но карманы практически не меняются, размер соответствует. Но самое главное, что я добивался, это блокада. Все сетки, которые продаются у нас и везде, блокада немножко меня не устраивала. Почему? Потому что где-то пропускаются две толстых нитки одинаково, как одна. Смысл от нее и перевязывается просто обычным узлом, который постоянно туда-сюда ходит, и ячейка через него перескакивает, и в обратную сторону, когда что-то влетает, она уже не идет сразу. То есть практически привозили мне сетки вот с такой блокадой, и еще были клеенные. Тут тоже идет блокада. Две нитки, связанные узелком, меня не устроило. Ячейка через узелок проскакивает. Сам узел свободно перемещается по всей длине нитки. Здесь я все-таки сделал, если посмотреть, идет одна тонкая, одна толстая, но от узла до узла она получается идет с перехлестом, как бы обхватывает саму сетку. И что у нас получается, когда сетка доходит до второго узла, она в этом месте практически никуда у нас не уходит. Она остается на нитке через ячейку, но через перехлёст получается. Через перехлёст. И получается, если у нас от узла и до узла, то есть она у нас уже никуда не дергается. Ни в эту сторону, ни в эту. Если даже при ветре ее собирает в одну сторону, то она через узел не прыгает. И получается, что когда что-то вылетает, она автоматически выскакивает в эту сторону. Любое движение, она автоматически пошла. Нет у нее препятствия, что в эту сторону, что если ее собирают в эту сторону. Вот здесь вот у нас перехлёст идет, получается, что она сразу отпрыгивает. И ничего ей не препятствует в этом месте. Вот это вот я пытался долго, но все у меня не получалось. То есть ни сюда она не уходит. Но если даже на ветру она собирается вот как бы в эту сторону, там ей тоже не дает второй узел. Карман собирается к этому. Но при попадании чего-то она сразу вся вытягивается. Ничего ей не дает никакого препятствия. То есть она вся уходит
что в эту сторону одинаково. И у нас опять здесь никакого комка не получается. Вот. Но этого добивался я долго. Заказывал через знакомых. Привезли на пробу. Сейчас еще с этими границами есть. Там еще и обычные турецкие слоники. Но там вообще мне ничего не понравилось. Там не знаю, конечно, кто их производит. Ну, производителей-то много. Но факт то, что ячейка 17-я. Вот. И что интересно, сделано на лямках. Все связано тоже хорошо. Никаких замечаний нету по лямкам. Ничего не плывет, ничего не бежит. Продеты, в принципе-то, конечно, не через каждую ячейку, но, так скажем, терпимо. Дыр как таковых не обнаруживал. Карманы, чем мне нравятся. Шикарные карманы. И самое основное, что, конечно, можно делать, как их делают сейчас, по 40 их садить, и будет она 4 метра, ну, бывает и выше надо, вот. Ну, обычная 0,8, ну, не скажу, что уж совсем говно, будем так сказать, но 0,8 есть 0,8, нормальная сетка, то есть для полевых птиц, чем меньше ее видно, тем лучше. Ну, в общем, размеры соответствуют, но самое главное, я говорю, что вот блокада. Что меня удивило, что сделали, как-то поняли, что блокада вот сама сделана. Правильно, как я и добивался. Ни сюда, ни сюда она не ползет. За счет того, что идет перехват. И при ударе она автоматически у нас отходит. Нет у нее никакого препятствия. Так что неплохие сеточки. Размер соответствует и все. Ну, в принципе, то что они? Сетки, они есть сетки. Конечно, 0,8. Она и есть 0,8. Но посмотрим. Еще вороны не влетели. Так что на ветру небольшой, правда, ветерок. Ну, стоят карманы, как они должны быть. Никуда. За счет такой вот блокады они никуда не уходят и встают на место. Шикарные пауки. Никаких. Двойная, как положено. Все, как я и хотел. Тут одинарная идет, получается у нас. Здесь все отлично сделано. Насадка шикарная. Везде. Везде насадка отличная. Вот даже такую херню выдерживает. Влетело и хоть бы еще вот. Ну, будем пробовать доставку. Вот, вот вам результат. Качество паутин. И все это. Ну, будем доставать. То есть выдержит не только черноголовок и чижиков. Ну, вот такое вот даже бывает.